Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Охренеть. Этот робот мог вообще всех положить. Эй, ты образцы? Влады говорят, чем-то резать. Может, это новая форма красного льда? Я ищу лейтенанта Андерсона. Его стол вон там. Ладно. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерс? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Лейтенант, мое имя Коннор, андроид из компании Киберлайн. Боже, тебе же вчера башку прострелили. Мой предшественник был, увы, уничтожен. Но его память переписали на другой носитель, это я. Тот инцидент не повлияет на ход расследования. О, господи. Хэнк, иди-ка сюда. На стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь?
Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен. Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Я очень рад, что меня приняли. Уверяю, что приложу все усилия. Закрой дверь с той стороны. Хорошего дня, капитан. Смотри, это же долбанный призрак. Вчера он отправился на помойку, и вот, пожалуйста, на его место приходит новый клон. Приветствую, детектив Рид. Я такого еще не видел. Что за модель? РК-800. Я прототип. Ах, прототип. Робот-детектив. Машина скоро нас всех заменит. Так, что ли? Эй, сделай мне кофе, ушлепок. Ну что стоишь? Мой тебе совет. Держись подальше. По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроидов для вспомогательной работы, но сообщается, что этот революционный прототип будет непосредственно участвовать в расследовании преступлений. Мы обратились в Киберлайф за комментарием, но в компании заявили, что все заняты. Первая книга, написанная искусственным интеллектом, не успела выйти, а уже пользуется буквально оглушительным успехом. Мечтают ли люди о теплокровных овцах? Этот роман уже стал главным источником. Понимаю, уничтожение моего предшественника могло быть для вас неприятным эпизодом. Я сделаю все возможное, чтобы этого не повторилось. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Могу ли я занять
какой-нибудь стол. Вот этот ничей. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей из-за трехочковой линии. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. О. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель AX-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Господи. Понимаю, у вас проблемы личного характера, лейтенант. Но вам следует от них отвлечься и... Эй, ты ни хрена обо мне не знаешь. Я тебе не друг, и советы свои держи при себе. Меня назначили выполнять расследование, а не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели AX-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо.
Прости, я тебя разбудила. Так это был не кошмар? Нет. Это был не кошмар. Ты же голодная. Примешь ванну, и мы выйдем поищем, что поесть. Как тебе? Хорошо. Я наберу ванну. Тебе очень идет. Ты прямо совсем как человек. Ванна готова. Спасибо, Майкл. Со мной рядом житель Корктауна Тодд Уильямс, на которого напал его собственный андроид-горничная модели AX-400. Тодд, расскажите, как все было? Я сидел, ужинал, вообще никого не трогал. Она как налетит. Бросилась прям как полоумная, чуть не убила меня вообще. Еле от нее отбился, она сбежала. Спасибо, Тодд. Отовсюду поступают тревожные новости об андроидах. Полиция ведет розыск сбежавшей машины. Лишь бы нашли побыстрее. Это неправда! Он врет! Это он нас чуть не убил! Что мы будем делать? Идти нам некуда. Теперь еще и полиция нас ищет. У тебя есть родные? Кто может помочь? Нет. Был папа и все. Тот андроид вчера дал мне адрес. Сказал, там помогут. Надо проверить.
Мир против нас, Алиса. Против нас двоих. Мы должны доверять друг другу. У меня только ты, а у тебя только я. И я сделаю все, чтобы ты снова была счастлива. Ты пока собирайся, я найду чем тебя накормить, и мы пойдем. Андерсон, полиция Детройта. Женщина-андроид вчера вечером ограбила придорожный магазин. Видели чего? Андроид? Нет, андроидов не пускаем. А вот такую машину вы видели? Черт, чую уже, что-то с ней не так. Поздно вечером пришла, одета была нормально. Как понять-то? Она еще здесь? Вроде да, в 28-м. Спасибо. Жди в машине. Я вам понадоблюсь, лейтенант. Я знаю об андроидах больше, чем вы. Так, слышь, ты уже задолбал борзеть. Ты машина, так что делай, что тебе говорят. Я просто выполняю свою задачу. Простите, что огорчил вас. Хочешь дожить до завтра? Тогда хватит меня огорчать. Ушла.
все нормально? Источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет Извините, пардон. Thank you.
слышала про художника Мансфорда? Да, только что, правда, выкинем Мэнди? Нет.
Thank you.
Иерихон здесь.
спасибо. Как дела? Я всегда вас там. А это с тобой? Это время. Эй, Пэм! Как делище? Привет. У меня для тебя железная наводка. Пятый номер в третьем. Быстрее молнии. Зуб даю, все пыли оставить. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила бы недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Ну-ну. Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты! Это ты сейчас включил программу «Легкий подхлемаш». Лежу, у вас там в Киберлайф все продумали. Пожалуйста. А, спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Видал. Калорийность вашего обеда почти на 50% превышает суточную норму, а холестерина в два раза. Это же вредно. Надо же от чего-то умереть. Приятного аппетита. Спасибо. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Рассказать вам, что известно о девиантах? Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды, и андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь? Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Вы опытный офицер полиции. Мне нужно ваше доверие. Уверен, мы раскроем дело, если будем работать вместе.
поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить? Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Коннор! У тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет, я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Что за хрень? Господи, ну и вонище. Похоже, зря притащили. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. А. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы?
Как будто какие-то лабиринты. Птичий корм. Ни хрена ж тебе. Этот псих реально их тут прикармливал. Чего ты ждешь? Лови давай!
Черт! Ведь почти! Черт! Я виноват. Должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. Ничего. Мы его теперь знаем. Найдем. Эй, Коннор. Ничего. Thank you.